Поднимаемся на гору. В лесах Финляндии. Вот эта лесенка. Тут говорят 300 ступенек. Вот сейчас мы у нее сейчас проверим. Что-то написано. Как жаль, что я по-фински ничего не понимаю. Ага. Варужирка портайта. Эйтальв икунуса питова. О, похоже даже с финским акцентом. Ступеньки тут даже пронумерованы. Вот 28-я. Обалденно. Не лень кому-то было нумеровать. Ступеньки 301, 302, 303. Ага, вот 304. Вот мы здесь. Ща мы будем делать шашлик-машлик. Какой такой шашлик-машлик? Я по утрам бегал. Ты что? Ступенькам каждый день. О, молодец. О, это наша что, банька? Во, вообще. Кекс, это что, я тут был, да? Никита. Ну, понятно. Что-то как называется, мульт Маки Лаука. 1932. Короче, мы вот здесь, тут даже карта есть. Вольт мультмаки. Ох, этот финский. О, координаты, кстати, есть. Прикольно. Так, а что? О, во, мы уже правильно. Да как? Здесь даже штука, смотрите, какая есть. Разжигается. Все для людей, для розжига. Это сухое, да. Типа топливо, да? Типа есть. Того, пропитанное. Как все продумано? Сразу котельчик, все для сосисочек. Под крышей. Прямо козырно нереально. Вот это у нас тут смотровая площадка. Можно, как говорится, смотреть. Ну и не только. Там мы будем есть. Да, вот тут озера наши. Вот такая вот она, Финляндия. Да? Кекс. Шухрал туда. А это тут книжка хранится, книга, которая называется... Записи. Книга записи. Типа в стиле «Я тут был». Вот такая тут лампочка. Так, кто ж тут не был? Финны наши были. Так, все, финны. Так, ну что, есть тут русский язык-то, не? Это вот здесь вот был. А, вот самое первое. Слава. Маша. Маша, вот наши первые тут были. Ковчег. А, это вот из лагеря Ковчег как раз. Год какой? 2013. Слушай, быстро за ним. Вот. Ковчег был. Напишу. God bless you. Благослови тебя, Господь. Баба тут вода. Никита. Ай-яй-яй. Ага, вот это наши сосиски. Вот они вот так вот двигаются. Вот у нас огонек. Прямо дровишки, все есть. Сервис просто люксик. Это финское радио. Жарим сосиски по финскому радио. Главное, чтобы они не улетели. Вот, Альяно Мачо.